Некоммерческим организациям предложили осваивать народное финансирование, механизмы краудфандинга. Активнее предлагает использовать секретарь Общественной палаты России Александр Бричалов. По его словам, создание открытых и прозрачных площадок в интернете для сбора средств поможет выйти больший объем финансирования и увеличить выделяемые в рамках президентских грантов 5 миллиардов рублей вдвое. А положительные примеры такого опыта уже есть? Да, на сегодняшний день краудфандинг используют для поддержки региональных библиотек и социальной помощи нуждающимся людям. Кроме того, необходимо создание единого всероссийского реестра социально ориентированных НКО, которые могли бы рассчитывать на всякого рода преференции. Например, налоговые послабления или льготы при аренде помещения. Предложено налог на прибыль через отбор на региональном уровне снижать до нулевой ставки для социально ориентированных НКО. Пакет конкретных предложений уже готов. Члены Общественной палаты и представители общественных организаций рассчитывают на поддержку государства.